В Латвию и Финляндию в боевом составе хоккеисты Сибири отправляются на сбор. Там они проведут 6 матчей. Новосибирцы сперва дважды сыграют в Риге с местным «Динамо», затем уже в Финляндии сразятся с 3 местными командами. На заграничный сбор отправились 29 хоккеистов. Напомню, игроков основной обоймы тренироваться со снежинками будут 3 хоккеистов сибирских снайперов, а также 20-летний голкипер подмосковного «Атланта» Алексей Красиков. Напомню, новый сезон континентальной хоккейной лиги Сибирь откроет 26 августа в Москве, а уже 4 сентября – новосибирцы сыграют дома в соперниках петербургский «СКА».